Сегодня мы с вами собрались не на очень привычном месте. И зачем же мы на нем собрались? И чем же мы сегодня будем заниматься? Будем готовить имбирные печенья! Но мы будем не просто готовить имбирные печенья, а это будет соревнование. Саша, объяснишь правила? Конечно. Участники должны поделиться на пары. Каждому участнику будет выдано задание, которое знает только он. Участник должен выполнить задание в течение процесса готовки. Готовить каждый участник будет вместе со своим соперником. Выигрывает тот игрок, который полностью выполнит свое задание. На сегодня мы хотим представить вам прекрасную даму, которую мы позвали в качестве гостя. Это дорогая Аки из команды Джессов. Вот она. Мы все очень рады, что она согласилась сегодня быть с нами, и мы надеемся, что ей понравится проводить с нами время. Так что похлопаем ей. Итак, для начала нам необходимо разбиться на команды, и сделаем мы это жеребьевкой. We're not a team, this is a competition. Поехали! Итак, Вика, твое задание на этот выпуск будет заставить соперника рассказать 3 анекдота. Да, это сложно. И твое задание, тебе нужно 20 раз коснуться соперника, пока вы будете готовить. Твое задание на это видео будет 3 раза рассмешить своего соперника по готовке. Твое задание на этот выпуск будет услышать от соперника слово «ты красивый» или «ты красивая». Даш, твое задание будет 5 раз во время готовки обнять твоего соперника. Во время готовки сделать 5 комплиментов твоему сопернику. Выбесить своего соперника. Нужно прям выбесить. Прям на полном серьезе. Готова? Мы тебя защитим, не переживай. Твое задание будет услышать от своего соперника во время готовки слово «люблю». Неважно, в каком контексте это будет. У нас есть ингредиенты, очень много ингредиентов. Нам с тобой для первого этапа надо... Мед, сахар. Мед, ага, есть сахар. Ванильный сахар, корица, имбирь, какао и цедра апельсина. Время начинать. План скам. Ой, дальше Саша, надо... Саша, ты такая сладкая, как мёд. На самом деле, они... Нет, я человек не вижу. Смотри, задание в офисе. Нет. Заскамила мамонтов. Мы закончили и идем в следующую пару. Ура! Да. Хорошо. Ооо, герл. Какие-то символы. Поскольку ты наш гость, скажи, пожалуйста, у вас с Джессами, может, какие-то новости, какие-то новые проекты, возможно, новые выезды, что вообще как? Сейчас планируется несколько новых проектов, целых 3, и, возможно, выезд, но... Слышите? Рождество приходит!
Ну тоже красивая. Я же красивая. Ага, конечно. Нам нужно раскатать тесто, вырезать из этого теста фигурки рождественские. Сделать глазурь и поставить в духовку. Да. Поехали. Поехали. Я забыла про задание. У нас там будет мертвый пряник без головы. Наши дети. Hello. Мы вместе с Дашей будем делать глазурь и украшать пряники. Самая почетная роль. Так что. Время доставать наши прянички. Мы заранее договорились с Дашей, что мы на пряниках сделаем портреты друг друга. This is Даша. Большое спасибо, что смотрели это видео и оставались с нами на протяжении всего 2022 года. В этом году мы пережили очень много как радостных, так и печальных воспоминаний. Мы усердно работали весь этот год и старались радовать вас качественными камерами и развлекательными видео. В следующем 2023 году мы будем стараться еще больше, и мы надеемся, что вы нас будете поддерживать, смотреть и следить за нашим творчеством. Поэтому всех с Новым годом, всех поздравляю. Чтобы все у вас было хорошо. Спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И также хочу поблагодарить от лица всей команды Аки из команды Джесс, которая сегодня присутствовала у нас. Помогла нам испечь суперкрасивые и вкусные пряники, которые, кстати, уже съели. Поэтому еще раз большое спасибо Аки. Также не забывайте, что у нас есть замечательные наши соцсети, на которых можно увидеть чуть больше нас. А видеть нас — это всегда замечательно. Не забывайте, что у нас также есть Boosty, где можно нас поддержать. Не забывайте тепло одеваться, пить витамины, кушать полезную еду, пить много водички, чтобы оставаться здоровыми, потому что для нас это, несомненно, важно. Мы будем стараться делать то же самое. Счастливого вам Нового года! Берегите себя. И своих близких. И своих близких! Берегите нас, потому что мы в ваших лапоньках. И на этом всем пока! Поцелуй всем, кто смотрит это. Давай.